рабы. Нам всю жизнь внушали, что мы рабы, и мы должны были это чувствовать. Арест отца. Вам сколько лет было? 11. И как вы это помните? Я помню, что ночью, в 5 утра, растерянный отец, который сказал, ну, слава Богу, наконец-то разберутся. Ему казалось, что все-таки правда должна быть. Моя мать была сослана на 8 лет. Сначала она сидела в Бутырке, в Бутырской тюрьме, а потом ее перевели, так как и других жен врагов народа, этапным поездом в теплушки летят. Там их везли в Среднюю Азию. Она с грудным ребенком была. И в этом ГУЛАГе было 6000 жен, то есть где была она. Личных дел не было. Это были жены врагов народа, так сказать. Но они не знали, что 10 лет без права переписки, то, что сказали им про их мужей, это была неправда. Они были все расстреляны. Они уже были все вдовы. Вот это они не знали. Тогда они еще не понимали, что им грозит и что такое коммунизм. Собственно, для меня это хуже фашизма. Фашизм был на виду, а коммунизм был закрыт. Что, допустим, делали в концлагерях, это было всем известно. Что делали в концлагерях и в тюрьмах НКВД, никому не известно. Это было закрыто. Но я не думаю, что это было лучше. Немцы ведь исполняли то, что им приказывали. А у нас делали это даже по собственному желанию. Я это всегда помнила, и я этого никогда не простила. А с какой стати? За что, почему это прощать? Я их утробно ненавижу до сегодняшнего дня. Все время обновляли несколько раз в году, обновляли анкеты. И мы должны были писать, репрессировали, то, по 100 раз. Это же тоже было. Запомните и не забывайте это, кто вы. Рабы. Нам всю жизнь внушали, что мы рабы, и мы должны были это чувствовать. И мы это чувствовали.